Лучший из Забайкалья 9-летний читинец Тимур Махмудов стал победителем на международном турнире по тхэквондо, который проходил в Бельгии. О больших достижениях юного спортсмена материал Яны Легун. Впервые спортзал 4-летнего Тимура привел папа. Корейское боевое искусство произвело такое впечатление на мальчика, что свои первые ощущения он помнит до сих пор. Когда первый раз я пришел, мне сильно понравилось. И я сначала не знал, что это, а потом, когда начал, ну, когда походил уже 2 года, мне это понравилось, и я начал заниматься тхэквондо. Круговой удар ногой, рука копье, кулак молот, несложными движения кажется лишь на первый взгляд. Чтобы владеть ими в совершенстве, Тимур тренируется 3 раза в неделю по несколько часов. С легкостью садится на шпагат, встает на мостик и делает колесо. График у юного спортсмена такой плотный, что на мальчиковые забавы времени практически нет. На сегодняшний момент, то есть я смотрю на него как кандидата в сборную Забайкальского края по юношам. То есть он через год попадет в сборную края, скорее всего, я надеюсь. Как бы поэтому я думаю, что перспектива у нас будет. На международных соревнованиях в Бельгии Тимур выступал в весовой категории до 33 килограммов. Провел 5 поединков и во всех одержал победу. Я горжусь его успехами, своим сыном горжусь. Но я думаю, что вот эти все его победы – это заслуга его характера. То есть он очень спокойный, такой усидчивый, и не разбрасывается там, то есть вот занимается одним. Какие вершины теперь покорять юный спортсмен, пока не думал. Главное для него – развить свои навыки и как можно больше узнать секретов боевого искусства. Яна Легун, Олег Сукач, Вести, Чита.